Дорогие друзья, вот прошел еще один год. Вообще праздник Новый год – это, наверное, один из самых любимых и самых таких позитивных праздников. Всегда мы его все ждем и надеемся, что в следующем году, что у нас будет все лучше. Мы всем себе все желаем все лучшее, чтобы все плохое осталось в этом году. И в связи с этим, дорогие коллеги, хотелось бы немножко подытожить наш прошлый год. Как сработал этот год коллектив ЗАО совхоза имени Ленина? Сказать, что уж слишком хорошо, не могу сказать, потому что на то было много причин. И погодные условия, и условия продажи ягод наложились здесь. Но, тем не менее, свои 12-13 тонн с гектара мы получили даже в такой сложный год. Конечно, хотелось бы больше. Конечно, бы хотелось и 18, и 20 тонн. Но пока что вот так. И мы вроде бы как-то и довольны. Коллектив мой сработал хорошо. Я им очень благодарна за работу. Они молодцы. Не считались ни со временем, ни с силами. Все работали одной дружной компанией. Не только растениеводы, но коллектив всего совхоза. Поэтому это вот такая слаженная работа коллектива очень радует. Я бы вот хотела, чтобы и в ваших хозяйствах, в ваших коллективах вот эта слаженность в работе всегда присутствовала. Что касается моих пожеланий в новом году, ну, дорогие мои, конечно, прежде всего здоровья. И тем более в условиях вот этой пандемии это, наверное, самое главное пожелание. Но не надо отчаиваться, ведь люди болеют, выздоравливают, и вроде бы все хорошо. Поэтому еще раз, вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Конечно, будут трудности, конечно, как всегда и в любом году это все будет, и дома, и на работе. Что касается работы, конечно, желаю вам высоких урожаев, качественных урожаев, чтобы вам способствовала погода, чтобы вас ваше растение не засушило, не залило, не заморозило, и тогда будет все хорошо. И главное, помните, что даже после самой темной ночи наступает ясное утро. И я надеюсь, что у нас будет очень много ясных дней, солнечных в этом году. И у нас все будет замечательно. С Новым годом вас, дорогие коллеги! Ну, Зоя Ивановна уже сказала многое от коллектива «Совхоз Ленина», поздравила всех наших членов Ягодного союза. Хочу от себя добавить, что, конечно, год был непростым, несмотря на то, что у нас были вот эти ограничения по ковиду, и одновременно с этим погодные условия не лучшие сложились для ягодоводов. Несмотря на это, мы произвели большое количество и качественной продукции. Да, нам в этом году было особенно сложно. Нашему хозяйству не давали разрешения на торговлю. Нам, ну, иногда ставили палки в колеса. Но из позитивного можно вспомнить, что в этом году, в прошедшем, в начале этого года, значит, мы все-таки добились того, что ягоды признаны все-таки особо, скажем так, продуктом, который социально значимый. Поэтому ставка НДС на него была 10% с этого года. И это очень хорошее дело. 20 лет мы добивались этого, ягодоводы. Доказывали, что мы не хуже овощеводов, что наша продукция несет такие же питательные свойства и качества, как и овощи. И в результате все-таки нас услышали. Поэтому я вас с этим поздравляю. Я хочу пожелать, чтобы в следующем году государство продолжило вот этот тренд на поддержку ягодоводов, людей, которые работают на земле и производят, на мой взгляд, лучшую продукцию растениеводства. Это ягоды, плоды. Чтобы нас увидели и повысили государственные дотации, особенно в таких регионах, как наш, в рискованном земледелии. Значит, чтобы, Зоя Ивановна уже там сказали, во все наши семьи пришло здоровье, чтобы прекратилось вот это вот ковидное безумие, которое нас всех посетило в этом году, чтобы мы почувствовали, что государство заботится о гражданах и с точки зрения производства, и с точки зрения денежных доходов, потому что помимо хороших урожаев, о которых Зоя Ивановна говорила, нам необходима еще стабильная высокая цена на нашу продукцию.
И это возможно при условии, что реальные доходы населения начнут расти. Я хочу пожелать вам, чтобы не только доходы населения, но и ваши личные доходы были таковыми, чтобы вы почувствовали, что жить можно достойно и не сводили, как вот сейчас это было, концы с концами. Поэтому хочу пожелать вам счастья, здоровья и всего самого хорошего. С Новым годом!